компотик. Компотик. Всё, водоплавающая, зачем тебе пить воду, если можно пить пиво? Я на диете завтрашнего дня, на конкретной. Я тоже. Я все собиралась и переносила, такая, думаю, ну, типа, сяду на диету в сентябре, пофиг. Сейчас я думаю, все, это уже ни в какие ворота. Сейчас у тебя аккаунт разбудит, ты будешь рэп делать. Угу. Рэп со мной делать. Точнее, мы будем ебашить рэп. Ебать, я так заебался, на самом деле. Я уже жду сентябрь, ты не представляешь, как я его жду. Просто я пойду учиться, ёпта. Пойду развлекаться. Я год проебываю, как дебил. Ну, я не думаю, что ты проебешь, я думаю, ты поступишь. Пожалуйста. Поступлю, как бы, мы знаем, чем заняться. Ну, блядь, на самом деле, если ты год проебешь, типа, ты можешь просто ебашить музон, типа, и все тебе... Да, и в институте вообще, пиздец, я смогу очень много всего сделать. Плюс я же в Питере буду находиться, это будет пиздец. Ну, типа, я смогу вообще поднять отлично все. А потом ты скажешь... Но есть еще, есть такая хуйня, то, что я могу забухать. Ты не будешь бухать, потому что тебе будет не с кем бухать. Ну, типа, только на выходных. Типа, ну, да, мы... да, в принципе, все учатся. Типа, никого, не у Егора, Егор будет ебашить, там, учиться, вот. С Руси будешь чилить, ёпка. Ну, да. Будем вдвоём. О, бухает одна. Второго сиренево, синяя, какая-то там еще фиолетовая. Смурф. Чё вы мутите, девки? Пиво пьете? А, вино. Мы на диете. Я ничего не пью. Пьет, да? Соня. Соня, я просто не хочу, не знаю. Я немного выпила, и мне что-то, ну, не вкатило. Не знаю, не люблю вино. Бля, я... Прикинь, я отказываюсь от алкоголя. Я нормальная? Слушай, я устал пить пиво. Вот в натуре у меня, кстати, появились деньги. Немножко денег. Я отложил на творчество, но как бы... Я... Мои подписчики пишут, Соня одна бухает, ржут. Одна бухает. Думаете, что я типа... Я не пью. Над тобой уже люди угорают, Соня. Соня. Соня, скажи им что-нибудь. Ты что, шестерка? Соня, ты что? Я не пью. Я не пью. Это, пью, это только... не... Она шестерочка прогнулась. Шестерочка. Ну давай, шестерочка, прогнись. Шестерочка. Я, кстати, нашел еще одну цепку. Прикинь, я думаю, ее продать. Она на 1015, я думаю, выйдет. Пиздец, Ксюша. Ты что, у родителей пиздишь, я не понимаю, или что? Старый, я же говорю, короче, я выкинул свой нахуй стол, я разбирал его, я туда не заглядывал лет 6, ёпта. Я нашел ювелирку, вот у меня вот тут, ёпта, золото, вот тут золото, блядь. Еще одно кольцо есть, но оно маленькое, мне скорее либо его переплавлю, либо продам. Ну, блядь, одно и то же. Вот. Ну, в ломбард его я сим хуй не сдам, потому что я что, еблан, что ли? Лучше переплавить и все. Вот. Что еще, короче, хочу сделать? Я жду, короче, Саню, чтобы он мне набил татуху. Я вот. Тоже жду. Жду Саню, чтобы он набил мне татуху. Или ебало. Ты что, хуел? Не нужно вообще все тело забить. А он уехал до сентября. У него режим конченый, мы с ним уже неделю не можем встретиться, ёпта. С Илюхой?